Приветствую вас, уважаемые подписчики. Вы на канале Ремонт сельхозтехники. С вами я, Ильдар Мухаметов. Завели трактор. Прогреваем. Сегодня у нас принимают трактор из города Миасс. Такой капитальный ремонт за 2 миллиона выходит у нас. Ждем ребят. Ребята, всем привет еще раз. Приехал Всеволод из города Миасс на приемку трактора. Итак, начнем. Сейчас будем заводить. Как новый на вид. Что, заводим? Заводим. Сейчас будем заводить. Давай, поехали! Кто еще не видел, можете посмотреть, перейти во вкладку канал, в раздел видео, и можете посмотреть все видео, которые есть. Ставим новые камазовские энергачи. Раньше была у нее задняя тоже на подушках, как и передняя, но сейчас сделали, поставим энергачи, получается ресиверы, ручник. Это, то есть с КамАЗа уже нововведение берем.
Всеволод делает видеоотчет. Облицовка новая, баки новые, два бака, правый, левый. Я так понял, с ним сейчас надо прокатиться поехать. Садись, да, прокатись с ним. Поехали обкатывать трактор. Дворники камазовские, новые. Электрооборудование все новое. Щиток новый, приборы новые. Работают отлично. Задний ход. Тормоза вообще отличные. Вот. Нет, это краска. Краска проиграет сейчас. От слушателя. Поэтому ставим камазовскую тормозную систему.
Что скажешь, Всеволод? Да вроде нормально. Если бы я еще разбирался. Да ладно. Трактор принял? Не я принимаю. У нас по WhatsApp принимают. Ребята посмотрели, значит, трактор, обкатали. Сейчас проверим лампочки полностью, фары. Какой капитальный ремонт? Звоните. В описании так-то укажу.